Супер. Единственная модель в линейке Honda, которая точно демонстрирует гоночный гений этой фирмы. Истоки этого обозначения лежат в истории гоночных автомобилей Формулы-1. Integra Type R дебютировала в 1995 году, вслед за выпуском первого Type R NSX-R. Несмотря на передний привод, что было странным для спортивных машин тех лет, автомобиль был признан самым быстрым в мире в своем классе. После 6 лет безраздельного царствования на троне быстрейших автомобилей в своем классе, Integra Type R пережила новое рождение. И сейчас Гонсан выведет новую Integra Type R на трассу. Это второе поколение Integra Type R дебютировало в начале июля в качестве автомобиля для внутреннего японского рынка. Наибольшие изменения, постигшие Integra Type R, кроются в шасси и двигателе. Объем атмосферного двигателя был увеличен до 2 литров. Чтобы соответствовать требованиям безопасности и экологии, используется платформа нынешнего Civic. Несмотря на чуть худшее соотношение мощности к массе по сравнению со старой моделью, в новой модели по-прежнему живет настоящий дух Type R. В ней установлена новая шестиступенчатая коробка передач, 17-е колеса и тормоза Brembo. Просто глядя на все эти спецификации, можно сказать, что у новой Integra Type R есть потенциал для достойного продолжения дела своего предшественника. Мотохару Куросава, Гонсан. Это был 1995 год. Год впечатляющего дебюта Integra Type R. Касаемо динамических характеристик, были и другие автомобили, например, NSX, ну и разные претенденты в этом 200-сильном классе. Но приемлемая цена стала основным фактором для успеха этого автомобиля, особенно среди молодых поклонников спортивных машин. Они очень любили эту машину, и ее можно было с легкостью заметить на любом автоспортивном любительском соревновании в Японии. Несмотря на сравнительно небольшой объем, всего лишь в 1,8, круг на Цукубе она прошла в районе 1 минуты 8 секунд. Для меня Integra R — это та модель, которая олицетворяет собой всю линейку моделей R у Honda. И сейчас, спустя 6 лет, эта модель пережила тотальную переработку, как снаружи, так и внутри. Теперь здесь стоит 2-литровый двигатель. А кузов кажется больше за счет увеличившейся высоты. Хотя на самом деле размеры увеличились не намного. В новой модели по сравнению со старой есть достаточное количество интересных изменений. Таких как улучшившаяся тормозная и разгонная динамика. Мне сказали, что у новой модели есть потенциал пройти круг на Цукубе на 1 секунду быстрее старой. И я очень взволнован перед грядущим тестом этой машины. Трасса тестового центра Honda в Такасу. Теперь послушаем первые впечатления Гонсана от поездки по тестовой трассе. Гонсан протестирует общее поведение машины, работу подвески и стабильность на высокой скорости. Давайте для начала посмотрим, как машина ведет себя под полным газом, не на слаломе, а просто на прямой. Неплохо. Учитывая, что сегодня ветер довольно силен, очень стабильно. Ну а теперь посмотрим, как на вираже. Я чувствую улучшившееся качество езды. Передняя часть кажется немного тяжеловатой. Возможно, следует увеличить жесткость. Тут опять забыли перевести. Дорожное покрытие здесь немного ребристое, но машина управляется очень неплохо.
мне сложно это сказать, но для использования на треке хочется больше жесткости и больше четкости от работы подвески, но для ежедневного использования на обычных дорогах так, наверное, даже лучше. Для улицы настройки этой машины будут то, что нужно. Можно достаточно сильно давить на педаль газа в повороте, и это не сбивает автомобиль с курса. Ну, давайте посмотрим, как она поведет себя на обычных извилистых дорожках. Для начала расскажите нам свои впечатления о старой машине. Я знаю, что вы были непосредственным участником ее создания. Главный инженер Ютака Атобе. Что думаете, господин Атобе? Да, старая Integra R была основана на обычной платформе Integra. И общими были многие детали, ну, например, шасси. Основной концепцией было улучшить динамику за счет модификации и улучшения базы. А новое поколение Type-R придумывалось и создавалось именно чтобы быть Type-R'ом с момента первого росчерка дизайнера. Пока наш англоязычный друг молчит, скажу, что это довольно странное высказывание, учитывая, что в начале передачи говорили, что машина создана на платформе Civic. Я почувствовал, что увеличилась жесткость кузова, мощностью двигателя пользоваться очень легко. Момент появляется с довольно низких оборотах, а новая шестиступенчатая коробка передач делает процесс переключения очень приятным. Должен признать, что у нас изначально не было прямого указания построить автомобиль с улучшенными характеристиками по шуму и вибрациями или качеству езды. Но, как я и сказал в начале, у нас была возможность разрабатывать автомобиль буквально с нуля. И это нам позволило создать жесткий кузов, чтобы соответствовать жестким требованиям Type-R. А улучшившийся дизайн и улучшение ездового комфорта — это не то, о чем мы думали с самого начала. Создание жесткого кузова позволило улучшить управляемость машины и улучшить характеристики по шуму и вибрациям. А придание двигателю линейной характеристики момента улучшило управление им. А постройка коробки передач с облегченным переключением за счет усиленных синхронизаторов позволила получать удовольствие от процесса переключения самих передач. Ну и в конце концов мы преследовали хорошие динамические характеристики за счет тотального облегчения автомобиля. Положа руку на сердце, даже я поражен, насколько вся наша работа проявилась в конечном продукте — Integra Type-R. Какой части автомобиля вы занимались наиболее плотно? Понятно, что двигателем, но чем еще? Нашей целью было улучшить динамические характеристики машины в целом. И еще сбросить секунду со времени старой машины на Цукубе. Мы обсуждали многие вещи. Выходные характеристики двигателя в соответствии с заданной мощностью. И как двигатель должен откликаться для оптимального ускорения. Также характеристики настраивались под предельные возможности шин, разработанных для этого автомобиля. Вот примерно так мы и подгоняли характеристики окончательной версии машины. Но, честно скажу, было очень сложно реализовать все наши цели и желания. Также была цель разработать новую машину на базе новых технологий, которые были недавно внедрены. Таких как тормоза Brembo и новый облегченный маховик, сделанный из хромолибденового сплава. Это значит, что стоимость разработки была достаточно высокой? Да. И спрашивая от имени поклонников машины, надеюсь, ценник новой Integra Type-R будет сопоставим с ценником старой. Да, мы старались изо всех сил.
Ну что ж, я собираюсь прокатиться на этом автомобиле по извилистым дорожкам и понять, действительно ли улучшились динамические характеристики и соответствуют ли они высоким стандартам Honda. Вы знаете, даже если в машине очень много высоких технологий, и машина при этом не быстра, какой во всем этом смысл? Я буду с ней немного грубоват. Как и раньше, Гонсан тестирует Интегру на ее родной земле, на извилистых дорожках тестового центра Такасу. Она однозначно быстрее, чем старая модель. Попробуем. Мое первое впечатление о машине — то, что она немного мягче, чем я предполагал. Полностью развеялась на этих дорогах. Эта машина очень быстра. Я слышал, как люди говорят, что Integra R стала обычным автомобилем, потеряла свой гоночный дух. Но если вы посмотрите на улучшенное сцепление с дорогой и изменившийся развал в сторону увеличения стабильности на высоких скоростях, то вы увидите позитивную адаптацию, направленную на то, чтобы сделать машину быстрее. Здесь, в Такасу, являются основными 3-я, 4-я и 5-я передачи из-за большого количества скоростных поворотов. Но даже на Цукубе, где основными являются 2-я, 3-я и 4-я, эта машина будет ехать просто идеально, спасибо коробке передач со сближенными передаточными числами. В сравнении со старыми стандартными тормозами, новые тормоза Brembo имеют более чем достаточный контроль на торможении, даже при торможении в пол. Конечно, тормоза на старой модели тоже были очень хороши, но увеличившаяся жесткость кузова, вес и размерность колес потребовали дальнейшего улучшения. Контроль великолепен в поворотах, в которых требуется торможение, а также при торможении перед поворотами. С водительского сиденья увеличившийся вес абсолютно не чувствуется. Машина отлично доведена. Стабильные задние части автомобиля, как и сцепление с дорогой в быстрых поворотах, просто невероятно. Вот такие ощущения при езде и дают понимание того, насколько машина эволюционировала за последние годы. Также хорошо чувствуется улучшившийся отклик двигателя за счет облегченного маховика, который сделан из специальных сплавов, и переключение передач улучшилось чрезвычайно, делая машину более отзывчивой на реакции водителя. Новое поколение переднеприводных машин требует особых навыков вождения, которые сильно отличаются от техник, необходимых для контроля над заднеприводными автомобилями. Однако после того, как вы овладеете ими, будет награда. Когда я вхожу в поворот по правильной траектории и с верной скоростью, я чувствую удовлетворение, удовольствие, чувство, которое может доставить только Integra. Я думаю, что человек, купивший эту машину, поймет, о чем я говорю. И я бы рекомендовал проехаться на этой машине каждому хотя бы раз и просто почувствовать удовольствие от того, что эта машина может вам предложить. Как проявят себя JDM спортивные машины в сравнении с эталонными BMW M3 и Porsche Carrera? Мы попытаемся выяснить, какая из машин сможет больше предоставить удовольствие от вождения, ну и скорости тоже.
Третье поколение BMW M3, кузов E46. Это агрессивная внешность, которая скрывает под собой недюжинные динамические характеристики. Пока другие производители переходят на V-образные двигатели, здесь мы видим новую рядную шестерку с мощностью 343 лошадиных сил. На этом двигателе установлена электронная система контроля дроссельной заслонки, и режимы двигателя можно менять с помощью нажатия кнопки. В первом режиме отклики на педаль газа достаточно мягкие, что подходит для ежедневной езды. Во втором же режиме спорт. Отклики становятся более агрессивными, что необходимо при использовании на трейке. У этого высокооборотистого, но в то же время очень гибкого двигателя красная зона начинается с 8000 оборотов, но в то же время 50% крутящего момента достигается уже с 2000. У новых передних сидений есть функция настраиваемой боковой поддержки, и она может быть настроена как для расслабленного вождения, так и превратиться в гоночный ковш. Боковые подушки на спинке также регулируются. Идея технологии совмещения спортивности и комфорта в одном флаконе просто потрясает. В качестве резины была выбрана Michelin Pilot Sport. Битва первая, BMW M3 против GDM спортивок. Ну что ж, давайте посмотрим, как покажет себя эта машина в первой битве. Ключевым моментом этой битвы станет противостояние новой M3 и обновленного монстра M5. Хватит ли 5-литрового 400-сильного двигателя, чтобы побить M3? На обеих машинах установлена шестиступенчатая механическая коробка передач. А насколько быстр обычный биммер? Пятиступенчатая механическая коробка передач может быть установлена на BMW 330i M Sport. JDM Король класса Gran Turismo Arista противопоставит им свой 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 280 лошадиных сил и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Компанию им составит полноприводная Subaru Legacy B4 RSK с 280 лошадьми под капотом и 5-ступенчатой механической коробкой передач. И для конкуренции с 330-м BMW будет Honda Accord Euro R. И пока BMW M3 и соперники встали на стартовой решетке, послушаем, что скажет нам водитель M3. Водитель Акихико Накая. Это дебютное соревнование для M3. Машина очень быстра. Но меня, честно говоря, расстраивает то, что сегодня трасса очень мокрая. Возможно, машина будет быстрее со включенной системой динамической стабилизации. Я попробую сегодня проехать как со включенной, так и с выключенной системой и выявить настоящий потенциал машины. Ладно, давайте начнем эту битву на три круга. Победитель выйдет в следующий раунд битвы. М5 водитель Кейчи Цучия. Ой, надо было выключить противобуксовочную систему. М5 стартовал со включенной системой стабилизации, которая не позволила использовать все 400 лошадей. Legacy водитель такой Куросава. Блин, потерял скорость на старте. BMW 330 водитель Наоки Хаттори. Все достаточно быстрые. М3 Накая, я собираюсь проехать два круга со включенной системой стабилизации. Накая-сан, а вы уверены? Вы что-то как-то очень спокойно к этому относитесь. Машина тяжелая, двигатель выдает 400 лошадей, но и управляется машина тоже неплохо. Ариста Куросава. Пищит система стабилизации. Посмотрите на Ариста, какого хрена он делает? Даже по дождю М3 Накая спокойно лидирует. И ух ты, посмотрите, Гансан на Ариста атакует Хаттори на 330-й. Который едет со включенной системой стабилизации. Блин, на выходе теряю скорость. Мне надо немного места, чтобы найти траекторию. Гансан, свались с дороги. Простите, дедушки, не торопитесь, а то успеете. О, а вот и М5. Чё так долго-то? Ну, вообще-то он облажался на старте. В поворотах разница невелика. Черт, машина тяжелая. Выскальзываю наружу поворота.
Legacy выскакивает на вторую позицию, но... Окисака, Honda Accord. Эта машина гораздо быстрее поворачивает, но на прямых... На первом круге система стабилизации была включена. Сейчас я ее выключу. Ну и давайте посмотрим на разницу. Зад немного скользит. Ну, видимо, газу многовато. Сможет ли оторваться мощная полноприводная Legacy? А N3 быстро даже со включенной системой стабилизации. Если я буду выбирать правильную траекторию, ну, чтобы система стабилизации не сработала, то я смогу даже увеличить разрыв. Блин, ну какая же она тяжелая, все время выскальзывает наружу, не могу морду в поворот заправить. Но Гансон даже на автомате вполне неплохо себя чувствует. Ой, и что это было? Система стабилизации сработала там, где не должна была. Евро-Р прекрасно чувствует себя в поворотах, но на прямых... Legacy уезжает. А М3 ничего так быстренько. М3 быстра, но... Но что за недостаточная поворачиваемость в последнем повороте? Давайте-ка выключим систему стабилизации. А вот как все это смотрится в движении. Ну и последний круг. Неужели М3 слишком быстра для меня? У меня вообще-то полный привод, а вокруг дождь. Хотя антипропусовочная система выключена, система стабилизации на Ариста не отключаемая. Она подключается, когда машина начинает скользить. Хотя эта машина тяжелее других почти на 800 килограммов, едет она очень неплохо. И он приближается к Евро-Р. Прохождение поворота в стиле короля дрифта выполнено, собственно, самим королем дрифта. Это было здорово, но машина реально жирная, тяжелая. На внутренней траектории более легкие машины гораздо быстрее. Посмотрим, как едет М3 с выключенной системой стабилизации. Как может машина такого типа настолько хорошо ехать? Ух ты, а М5-то сзади дрифтит. Блин, догоняет, надо сваливать. Отклики на газ настолько острые. Я не могу потерять концентрацию. В поворотах типа такого очень тяжело ехать по мокрой дороге. М3 побеждает без всяких вопросов. Несмотря на не самые удачные для нее условия, Legacy из нее было видно только в зеркалах заднего вида. А кто первым-то пришел? М3. Машина реально быстрая. М3, а кто с ней поборолся-то? Да никто. Но М3 даже соперников не было. Но М5-то тоже была быстра вроде. Если выключить систему стабилизации, задние колеса начинают скользить. Ну и тогда прохождение поворотов — это довольно весело. Знаете, систему стабилизации Ариста нужно перенастроить. Ну, либо должна быть кнопка ее отключения. Да, так было бы лучше, но они явно не собираются это делать. Ну, помимо этого, Ариста — хорошая машина. А кто был вторым? Legacy. Legacy? Ну да, Legacy. Legacy ведь летает, правда? Она быстра, но ну, так особенно в таких условиях. Ну да, для полноприводника хорошо. Ну а как в сравнении с остальными? Ну машина была быстра на прямых, но не настолько, как М3. Полный привод подожди дает большое преимущество. Ну а как твой Евро-Р? Да, он достаточно быстро в поворотах, но на прямых B4 я догнать так и не смог. А что было хорошего в поворотах? У него же всего 2-литровый атмосферник, правильно? Тормоза были хороши, и скорость прохождения поворотов высока. А что с Хатори? Ну, я был в 330-й. Хорошая машина. Обычный бимер, правильно? Соперники? Да у меня никого ни впереди, ни сзади не было. Ну а что там с этой твоей, этой системой стабилизации? Ну, у меня практически все
время она была выключена. Ну, колеса вообще не держались за асфальт. Ага, понятно. Не держались. Ну да, все время скользили. А, так вот почему тебя развернуло. Поворотит-то? Ну да, тебя крутило. Ну да, облажался. Я думал, что резина уже прогрелась. Но гонка-то почти закончилась, так что какая разница? Который победил с большим отрывом. Кстати, еще и поздравляю тебя с двумя подряд победами в Формуле Ниппон. Спасибо. Следующая остановка – дрифт-тест, проводимый самим королем дрифта – Цучи. Это веселая часть вождения. И то, за что я люблю спортивные машины. О, неплохое мощностное скольжение. Движения машины очень легки. За счет своей легкости она очень легко входит в поворот. О, небольшая недостаточная поворачиваемость. Когда подбираетесь к пределам, ведет себя более чем адекватно. Но знаете, все-таки далековато от того, чтобы на ней было легко дрифтить. При торможении в повороте активируется CBC, система помощи при торможении. Но в дрифте машина хорошо реагирует на реакции водителя. Ответ на это — возвращаться к контррулению, к чему это я не понял. Но по сравнению со многими другими непослушными машинами, это реагирует очень даже неплохо. У RX-7 такой же привод, и мы знаем, что она достаточно быстра, но весело ли в ней? Поведение подвески очень похоже на поведение других типичных спортивных машин. Весело ли в ней? Боюсь, что нет. В М3 гораздо приятнее. Сделать машину быстрой и сделать машину такой, чтобы ее было приятно вести, это абсолютно разные вещи. Очень тяжело держать траекторию. На дожде это выскальзывание наружу поворота просто ужасно. Пример и точка отчета для всех спортивных автомобилей – Porsche 911 Carrera. В этой машине есть момент. После того, как она заскользит… Ой, я, кажется, подождю, поплыл. Когда она скользит, ее тяжеловато удерживать, как обычно. По сравнению с BMW, ну, я имею в виду M3, и RX-7, реакция на руление у Porsche должна быть немного быстрее. Да, скользить на ней гораздо проще, чем на M3 и на RX-7. Я гораздо лучше чувствую, как себя ведет машина. Еще один из линейки JDM – среднемоторный NSX Type S. Посмотрим, как он будет в сравнении с заднемоторным Porsche. Настолько же легко, как и на Porsche. Очень легко менять направление движения. Машина сама заныривает в поворот, если я немного подработаю тормозами. И Carrera, и NSX обе машины предсказуемы. Несмотря на то, что у автомобиля очень быстрые, они также дарят удовольствие от вождения. Также очень неплохо получается заправлять машину в поворот педалью газа. Вот о чем я говорю. Во
Во время этого теста все машины тестировались по одному кругу, кроме М3. Только после трех кругов резина становится более-менее стабильной. Так что я не могу предсказать поведение машин только по одному кругу. К тому же все машины были оборудованы ABS, которое заставляло машину скользить наружу поворота на входе в него. Так что на самом деле это не было полноценным дрифт-тестом. Но Carrera и NSX хватило и одного круга, чтобы впечатлить меня. Этим машинам не нужен разогрев, чтобы их можно было контролировать. На следующую гонку мы сделали выборку из самых быстрых автомобилей JDM со всеми опциями без каких-либо облегчений. И да начнется битва на Цукубе на 5 кругов между японскими и немецкими производителями. Как обычно в наших гонках, машина расположена на стартовой решетке в зависимости от времени квалификационного круга. Самые медленные машины впереди. И первым внезапно оказывается Гонсан на Porsche. Porsche Turbo был быстрым в предыдущих гонках, но это Carrera. И недостаточная поворачиваемость этой машины только усиливается в таких условиях во время дождя. Я не думаю, что эта машина вообще сможет поворачивать. Условия сегодняшней гонки дают серьезное преимущество автомобилям с полным приводом. И вот один из них — Impreza VRX STI. Второе место. И вот Шиничи Ямаджи. Я предполагал, что сегодняшняя гонка пройдет по сухому асфальту, но увы. Но тем не менее, я постараюсь реализовать преимущество полноприводной машины на мокром асфальте. Ну и кто же победит в битве перед немоторных заднеприводников? Пилот Юичи Ватисака. Общий баланс этой машины очень неплох. Тем более обидно, что сегодня идет дождь, но я постараюсь изо всех сил. Эта гонка будет тестом эволюции М3 пилот Акихито Накая. Нам противопоставлены быстрейшие японские машины. И исходя из сегодняшних условий гонки, я вряд ли смогу потягаться с полноприводниками. Я постараюсь не пропустить NSX, ну и, конечно, главный мой конкурент — это Porsche. Я хочу посмотреть на разницу в динамике с Carrera. И на пятом месте у нас Кейчи Цучи. Я занял первое место среди моноприводов, но полноприводники очень быстрые. Я собираюсь разогнать эту тачку до предела. Lancer EV7 уже неплохо показал себя на Цукубе по мокрому асфальту. Посмотрим, как поведет себя GSR. Пилот такой у Куросава. Этот Эво очень быстро по сухому асфальту, но настолько же должен быть быстрый по мокрому. Поскольку Эво, как и GTR, полноприводный, у нас гандикап в минус один ряд на стартовой решетке. Надеюсь, что GTR нюхнет моего выхлопа. GTR — это VSPEC 2 со всеми опциями. Действительно ли у него есть преимущество по сравнению с другими машинами? Пилот на Утихатторе. Это VSPEC 2. Это не демо-кар от Nissan, а машина действительно купленная Best Motoring, так что никаких приколов под капотом у нее нет. Любой человек может купить точно такую же у дилера. Но поскольку эта машина наша, у нее кое-что под капотом есть, ну, например, маслопомойка. Эта машина первый раз участвует в гонках? Это новая машина, так что я надеюсь, что я ее не разложу. Я хочу посмотреть, как эта машина, которую может купить любой, будет участвовать в этом соревновании. Кто же победит в этом соревновании между немцами и японцами? И старт! ТВ-7 такую проходит по внешнему радиусу и улучшает свою позицию. И давайте еще раз посмотрим на ракетоподобный старт от такой. Ой, а это еще что за прыжок? Мошенничаем понемножку. Неплохо стартовал. GTR Hattori. Мне абсолютно некуда деться. NSX Tsuchi. Мистер Накая, недалеко ли вы забрались наружу? EV7 Takuya. Полный привод. Это круто. Porsche пилот Куросава. Это что, EV7 что ли приближается? Лидирует семейство Куросава. Impreza Yamaha. Ой, что-то я с этим выскальзыванием наружу поворота очень прижимаюсь. И NSX продавливается на четвертое место. RX-7 Вакисака. И Hattori на своем GTR проходит RX-7 и выходит на шестое место. Дождь пошел практически с самого старта. Дождь для EV7 с его активным центральным дифференциалом абсолютно не проблема. И вот младший Куросава обходит своего великого папу на хорошем позднем торможении. М3 на Кае. Ну посмотрим, что я смогу противопоставить Porsche. Ну неплохо так на прямой.
Порше Куросава. А чё это, Т-80 такой быстрый? ГТР Хаттори. А эта парочка борется за пятое место. ГТР очень быстро напрямую. Проходит Импреза. И этот дождь, конечно, не очень-то хорош для заднеприводных машин. Накая на своем внутри пытается удержаться на третьем месте. Но я ведь и в поворотах неплохо, а? И пошел второй круг. Догонит ли М3 Porsche? И обратите внимание на GTR. Он не очень-то хорошо стартовал, но сейчас очень неплохо. Я не думаю, что Porsche Gansan атаковать будет легко, только разницей в скорости. NSX Tsuchiya. Мне жалко GTR, ему абсолютно некуда деваться. Но с другой стороны, мне-то тоже некуда деваться, так что поторчи-ка пока за мной. Эй, я намного быстрее. Gansan возглавляет колонну остальных, пихающих друг друга за его спиной. Эй, а это М3 достаточно резвенько. Бампер к бамперу на прямой. Вау, этот GTR летает. Tsuchiya-san, он уже рядом. GTR просто наваливает. Хочется сказать, слышь, да не будь таким невежливым. У тебя, между прочим, полный привод. Эта скорость просто нереальна. Да, друзья, так едет чемпион Формулы Японии. Но и новый GTR тоже очень неплохо смотрится и пытается пройти М3 по внутренней стороне поворота. Заходим по внутренней, выходим по наружной. Impreza Yamaha. Ой, это недостаточная поворачиваемость, отстой. Теперь NSX Tsuchiya прямо за М3. Накая решается выключить систему стабилизации. Я не могу здесь повернуть. Моноприводные машины в этом повороте на газ не могут надавить. Эй, смотрите, GTR и Porsche рядом. Осторожней, берегись. Эва-7 такое. Похоже, Porsche выигрывает мне некоторое время. Тем, что блокирует остальной путь, пока я уезжаю. Да не похоже, что Porsche блокирует, ну или Gansan мешает кому-то ехать. Он просто едет, как обычно. Ой, подскользнулся. А вот и Хаттори, отчаянно атакующий. Ай, блин, подскользнулся. Чуть не улетели. Пройдет ли его ГТР? Справится ли Gansan с ним? Эй, ну осторожно, серьезно, ну контролируй себя. Эй, ну это уж совсем, слышь ты, сука. Эй! Не, ну вы видели, этот мерзкий старикашка подрезал меня. Нервы Gansana сталь. Не, ну я серьезно. Да мы сейчас вмажемся. А Gansan всяким молодым волю не дает. Impreza Yamaha. Ну наконец-то, я все-таки справился с этой дикой задней осью. Ну ладно, на прямой-то я его точно пройду. Проскочив по внешней стороне. Ну, в принципе, всем известно, что полноприводные машины имеют преимущество на выходе из поворотов, так что, возможно, и получится. Блин, мимо передачи. Да, у RX-7, похоже, зад все время пытается выскочить вперед. Ну что, у меня получится? Никак нет, сэр, не сейчас, крошка Биби. Ну, блин.
А ГТР, так жаждущий догнать EVO 7, по-прежнему испытывает трудности с тем, чтобы обойти Porsche. А за их спинами разгорается битва за четвертое место между двумя атмосферными машинами с объемом 3.2. И вот она с X-Switch и пытается пройти M3 по внутренней. Эй, отвали от меня, гопник! А вот и Impreza поджалась. Что-то я начал наружу скользить. Покеда, амиго! Вау, посмотрите, на NSX пролезает за счет скорости. А что там сзади-то? Вау, по внешней бровке, гляньте, как он атакует! Похоже, что битва со второго по четвертое места продолжится аж до клетчатого флага. Я в передачу не попал, слышь, салага. А вот и Ямаджи на своем полноприводнике. Дуэльное торможение. Битва за второе место продолжается на последней прямой. Сможет ли ГТР пролезть? Да, получилось! А Impreza пролезает на пятое место на торможении. Да, взяли меня в последний момент. И клетчатый флаг первым встречает EVO 7, преследуемый ГТРом, что позволяет японцам удержать двойную победу. Porsche же тем временем занимает первое место среди моноприводов, а BMW финиширует на шестой позиции. Глядя из Porsche, полноприводники очень быстры. У заднего привода не хватало сцепления с дорогой. Были моменты, когда я попросту не мог нажать на газ. Да, моноприводники не могли ехать в полную силу, точно. Вести EVO 7 по асфальту никакого удовольствия. Это просто быстрая машина. Да, немного была избыточная поворачиваемость, а на выходе она переходила в нейтральную. Ну, у меня тоже был полный привод, только что-то он таким быстрым не был. Точно, не все полноприводники быстрые. Да, все дело в общем балансе. Это значит, что дуэль Porsche и ГТР была нехороша? Да не очень. Ты имеешь в виду, что Porsche не ровнее ГТР? Нет, если честно, ГТР намного быстрее в поворотах. У него очень хороший зацеп на выходе. А что хорошего в Porsche? Ускорение напрямую только после того, как он вышел из поворота. Эй, Юич, а тебя вообще что-то видно не было. Я выдал все, что мог со старта. На первом круге все было хорошо, вот начиная со второго-третьего, у меня зад уезжать начал. Куда это он тебя уезжать начал? В дождь, чувак. Мне из-за дождя сзади вообще сцепления не было. Может, у тебя давление в колесах поменялось? Я думал, что мне неплохо получится побороться с Porsche, потому что на прямых у нас скорости были одинаковые. Но я точно видел, что на выходе из поворотов у меня лучшее сцепление с дорогой. Ну, в общем, заднему приводу пришлось тяжеловато. Я вообще на тормоз не мог наступить в поворотах. Я думал, что М3 меня обставит, но по факту NSX оказался быстрее. В результате получается, что японцы слишком быстро разгоняются и не дарят удовольствия от вождения. Ну, для примера, EVO 7 и ГТР оба полноприводные. Но ощущения от вождения этих автомобилей сильно отличаются. Может быть, время круга-то у них и близкое, но качество езды абсолютно разное. Да, японские машины уже на высшем уровне, касаемо скорости. И стоит так это и оставить. Но мне хотелось бы больше анализа и разработок в том, что касается стабильности на высоких скоростях, а также в том, что касается комфорта при езде и качества самой езды. Ну да, проще сказать, чем сделать. Они могут это сделать, но это не обойдется без снижения веса. Перевод и озвучка Алексей Миловидов, Ака Дранкер.